Весомые початки. Более 100 центнеров зерна с гектара обеспечены. Другой участок. Один такой стебелек весит 3 килограмма 300 граммов. Это значит, что уже сейчас каждый гектар даст более 1300 центнеров зеленой массы, как и было предусмотрено программой. Да, но разве можно запрограммировать рост растений? Можно, доказали сотрудники Волгоградского сельскохозяйственного института. Только надо внимательно изучить биологические особенности роста и развития растений на протяжении многих лет. Надо проводить постоянный контроль приборами, солнечной радиации, температуры и влажности почвы. На основе всего этого и проводятся агротехнические мероприятия.